Курчатове завершилась широкомасштабная реконструкция Парка Победы. Мемориал был заложен еще в середине 80-х годов и с тех пор ни разу не ремонтировался. За 30 лет площадь стала неприглядной. Однако в этом году все изменилось. В рамках программы развития моногородов на реконструкцию было выделено 28 миллионов тенге. На площади полностью поменяли брусчатку, обновили обелиски и привели в порядок бронзовый памятник солдата. Скульптуру эту специально привезли из Москвы еще в советское время. Ветераны города благодарны руководству региона за подарок 70-летию Великой Победы. В настоящее время в Курчатове проживает 7 ветеранов войны, которым уже за 90 лет. И здесь действительно уже народ может ходить спокойно, гулять, поминать теплым словом своих ветеранов. Вот. Теперь, значит, новые в этом году вот, в организации и ремонте площади, это вот наши обелиски поставлены с фамилиями погибших участников Великой Отечественной войны. Вот. Это весь список тех, которые проживал в городе Курчатове.